Всем привет, меня зовут Кристина Корс. Сегодня будет лизун из зубной пасты, слайм из зубной пасты. Для его приготовления нам понадобится клей, миска, то, чем мы будем все это смешивать, и паста. Это все. Ну а перед началом этого видео хочу посоветовать вам канал Кристины Вольф, на котором вы сможете найти DIY, челлендж, румтур и много других интересных видео. Думаю, вы уже заметили, что у нее очень классный монтаж, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Итак, давайте начнем. У меня вот такая вот паста Elgate Max Fresh. Вы мне писали в комментарии, что с этой точно должно получиться. Давайте же проверим. Вот столько пасты у нас получилось. Теперь добавляем клей. Для начала мы возьмем вот этот клей. Клей ПВА фирмы Комус. У нас получилась вот такая вот смесь. Давайте попробуем поставить ее в морозилку. Ну а тем временем, пока она стоит в морозилке, мы попробуем приготовить лизуна из другого клея, клея другой фирмы. Вот такой вот у нас клей на этот раз. Наконец-то у нас получилось с клеем этой фирмы, хотя это был даже не ПВА клей, а прозрачный. Клей канцелярский. А теперь нужно поставить это в морозилку. Итак, мы достали наших лизунов из холодильника, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой вот он получился у нас. Не похоже на лизуна, вы знаете. Вот этот вот недолизун был сделан из вот этого вот клея, и получается, что он не подходит. Давайте же посмотрим, что у нас получилось с другим клеем. Здесь уже гораздо больше похоже на лизуна. Лучше, чем ничего, но на лизуна, знаете, не особо похоже. Может, нужно меньше клея или пасты. Это было сделано из вот этого клея, но, знаете, больше похоже на правду, в принципе, неплохо. В общем, надеюсь, что вам понравилось это видео, хоть у нас в третий раз ничего практически не получилось. Но, тем не менее, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите, что я могла сделать не так, потому что я не понимаю, что не так. Всех люблю, всем пока!